Добрый день, друзья. Сегодня я хотел поговорить про поликлиновый ремень, или как его еще называют, ремень навесного оборудования. Поликлиновый ремень приводит в действие такие узлы, как компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и генератор. Многие пренебрегают его своевременной заменой, и это в корне неправильно. Ведь если с неработающим компрессором кондиционера мы сможем доехать до ближайшего дилерского центра и поменять его, то с неработающим генератором далеко мы точно не уедем. В некоторых случаях порванный поликлиновый ремень может полностью вывести ваш автомобиль из строя, так как фрагменты поликлиного ремня могут попасть под привод ГРМ. Именно поэтому при каждом техническом обслуживании поликлиновый ремень осматривается, а каждые 60 тысяч производится его замена. В ноябре Volkswagen Центр Евразия действует выгода 25% на ремни навесного оборудования. Volkswagen.